Привет всем, меня зовут Дима Масленников. Ребята, это свершилось. На этом столе появился вот этот прекрасный, невероятный девайс, который называется iPhone X. На данный момент это самый крутой, самый продвинутый девайс от Apple. Сегодня будет мое первое впечатление, когда я все-таки распакую эту красоту, посмотрю на нее и пойму, хорошо сделали в этот раз Apple-овцы или нет, потому что восьмерка, как мы помним, была просто фантастическим провалом. И, конечно, в конце этого ролика вас ждет прекрасный конкурс вот на этих друзей. Как вы помните, в одном из предыдущих роликов у меня действительно был розыгрыш на айфоны, и призы практически уже всем победителям дошли. Вы можете почитать отзывы, и сегодня будет такой же конкурс, только на десяточке. Вообще, у меня возникает несколько вопросов к этому телефону, и основная претензия касается его сверхъестественной цены. Чтобы это обсудить, раскрыть телефон, я позвал сюда невероятного блогера, у которого второй в мире бизнес-канал. Зовут его Дима, а канал, как вы знаете, Transformate. Всем привет! Ты ждал этот девайс? Я очень ждал этот девайс. Давай, ну, коль ты привез все это сюда, тебе и дается первое право распаковать это чудо. А в данном случае, ребят, это... Ну что ж ты так торопишься-то? Что я понимаю, не терпится. Надо, понимаешь, надо, чтобы люди насладились этим моментом. Вообще, коробка выглядит... В принципе, стандартная. Но надеюсь, что внутри нас ждет что-то необычное, потому что за 100 тысяч рублей цена, за сколько ты взял эту красоту? 130 тысяч рублей. Ну, потому что я... Ты заболел, я не знаю, что у тебя. Температура. Слушай, да, мне кажется, вот эта вот штука, она стоит этих денег. Ну, представляешь, что мы пользуемся каждый день с утра до вечера, мы открываем и закрываем iPhone по 100 раз. Вот там все, вся моя жизнь, понимаешь? То есть этот iPhone, он может даже стоить 300, я пойду его куплю. Вот больше всего удивительно то, что многие возьмут на это кредиты. Будут месяц палец. Я помню, как я купил себе телефон, и реально я долго на него работал. Это был Nokia N91. Ну, это круто же, когда есть какие-то вещи, которые могут тебя мотивировать зарабатывать больше. Откладывать, не есть, например, не пить воду из-под крана. Зато, когда ты его получаешь, у тебя огромный заряд энергии и позитива. Ребят, напишите в комментариях, стоит этот девайс таких денег или нет, потому что для меня это основной вопрос. Та-да-да-дан! Тан-тан-тан! Пожалуйста. Не делай так. Да ну что ты будешь делать? Ну почему ты так вот все? Потому что надо все очень быстро делать. Так, ой, нет, стоп, вот стоп, он. Стоп. Нет, так, стой, подожди, давай вкладыш посмотрим, потому что все говорят, что там что-то новое появилось. Кнопки Home у нас нет, и, соответственно, здесь инструкция по применению всего этого дела. Естественно, на русском языке. Кстати, это очень приятно, потому что в восьмерке инструкции на русском не было. А кто-нибудь хоть раз их куда-нибудь клеил, эти яблоки? Ты клеил? Я не клеил. Я не клеил. А ты на чем приехал? На Бентли. На Бентли? Давай приклеим на Бентли. В салоне. В салоне. В салоне? Договорились? Да, сейчас пойдем наклеим. Чик. Love you. Честно, это самое тупое, что вы мне делали. Вообще за всю жизнь. Так. Ребят, давайте отложим все в сторонку. Я искренне надеюсь, что это станет просто фурором, потому что предыдущая продукция компании Apple меня немножко разочаровала. Так, да, содержимое сейчас вот так его аккуратно положу, чтобы он не разбился, да? Соответственно, набор здесь стандартный, наушники. На 1 ампер, зачем ее сюда класть, скажи мне. А почему в компании Apple работают, извините меня, такие же лобы? За такую стоимость вы могли в 10-й юбилейный iPhone положить что-то действительно уникальное и интересное. Например, быструю зарядку. Я ее сейчас постоянно пользуюсь, потому что вот реально за 45 минут он заряжает iPhone полностью. Это прям для меня, потому что я на ночь забываю поставить телефон на зарядку. С утра я просыпаюсь, у меня 3%.
это. И я весь день прикуриваюсь. Из машины в офис, из офиса в ресторан. И вот он всегда... Быструю зарядку в студию. Класс. Ребята из компании Apple. Действительно классный девайс. Вот, Димка, пользуйся. Чтоб больше не прикуривался, как говорится. Ну и все. Все содержимое мы посмотрели. Ничем оно интересным не отличается. Ой. Оп. Этот металлический ободочек, он очень красивый. Обалдеть! Как он сосочно смотрится. Ну, слушай, давай я Коля открывал. Аккуратненько, вот нежно, вот так вот, пожалуйста. Ай. Охренеть! Блин, он здесь ляпается, смотри. Он держи. Ляпается, но он такой сексуальный. Ой, как красиво. О, подожди, ты его активировать успел, что ли? Боже я мой. Я нажал нечаянно на кнопку. Боже мой. Ребят, вот... Он меньше! Он, естественно, меньше, да. Он меньше, чем 8+. Мне кажется, вот это оптимальный размер. Многие, знаете, говорили, а вот эта черная полоска для динамика и для камеры, это хрень полнейшая. Не знаю, мне очень нравится. Как вот экран вот здесь проходит, выглядит нереально сексуально. Идеально. Из 10 баллов сколько ты дашь? Я твердую десятку даю. Это очень круто. Точно. Ничего нету такого, чтобы мне не нравилось. Выглядит просто, ну вот, секс. Если секс можно в виде телефона сделать, это вот он. Вот нас по-арабски встречает сейчас. Господи. Очень. Русский. Быстрое начало. Да. А, ё-моё, это же новая система, господи. Как я рад. Они синхронизируются же сразу же. В данном случае, кстати, вы видите, что работает True Tone, подстраивается под окружающую среду и выглядит как лист бумаги. В принципе, это... Не понял? Технология True Tone. Yes. Это вот как croissant. Крутон. Вот ты можешь где-то заказать его хлебушек. Крутон. А тут Трутон. О, Face ID. Ой, Face ID. Ну, здравствуйте. Приступите. Ну, вот это я. Давайте. Матерь Божья. Что? Ой, что творится со мной? Ребят, со стороны это немножко странненько смотрится, да? О, ё-моё, он еще восстанавливается из-за клауд будет. В общем, ребят, пока вот это все происходит, я предлагаю нам взять, да, открыть второй. Так, ты этикеточку снимал в прошлый раз, и сниму я в этот раз ее сам. Ать! Как удобно, да, сделали? Лучше будет или хуже? Я думаю, хуже. Почему? Но не знаю. Ага. Потому что у меня он был. Аналитически. Скала ума. Не знаю, как. Все, что новое, оно все лучше. Опа! Опа! В общем, сразу скажу. Да. Круче. Круче, потому что вот эта вот штука, она такая олдскульная. Вот это вот. Прям как вот, знаешь, еще. Это первый iPhone. Первый еще был, да. Не удивил он меня, если честно. Да, экран, конечно, потрясающий. Все вот, ну, как десятка, выглядит очень вкусно, сочно, но вот. С этой стороны сразу видны отличия, и, естественно, белый вариант выигрывает, ну, просто в разы. И ляпается он меньше, мне кажется. Оп. И просто, вы видели, я чуть не убил его. Так, погнали ляпать. Не, все то же самое. Ляпается, дай боже, как говорится. Я помогал тебе. Не надо мне так помогать. Сказал, давай вместе сделаем. Ну, слушай, все. Мне кажется, однозначный вариант. Ребят, для тех, кто хочет все-таки купить десятку, покупайте белый. Потому что это что-то действительно интересное, необычное и действительно крутое. Барабанная дробь. Пожалуйста, ребят, затаили дыхание. Сейчас самый лучший девайс компании Apple будет активирован. iPhone. Добро пожаловать. Честно вам скажу, добро пожаловать в будущее, потому что действительно вот это тот шаг, который ждали от компании Apple. И наконец-то они его совершили, собрали ягодички и сделали что-то просто потрясающе невероятно. Погнали. Оп! Все! Все, я не могу больше здесь сидеть, он слишком хорош для меня. Давай обои поменяем. Какие ты хочешь? Ну, я хочу, чтобы... Про мой офис вместе? А, черт. Куда ты кликнул? Да, куда ты? По привычке начал кликать. Ну все, вот так все. Это официально 10-й iPhone, и он, ну, самый крутой. И сейчас мы объявляем невероятный крутой конкурс вот на этих друзей. Условия нашего конкурса весьма простые, незамысловатые. Все, что нужно, это подписаться на канал Димона Трансформатор, потому что он предоставил вот эти невероятные призы. Это действительно
круто. Также надо подписаться на его инстаграм, все ссылки будут в описании. В конкурсе могут участвовать только лица старше 18 лет. Ну и, конечно, вы должны оставить комментарий под уже этим видео с вашим ID ВК, чтобы потом Дима вас нашел, схватил и обрадовал вот этим невероятным подарком. Вот так вот. Вот и все на сегодня. Ребят, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Ну и ждите, что через буквально денек-другой будет большой полный обзор на десятку. На белую десятку, которую я, походу, оставлю себе, потому что она невероятно крутая. Пока. На данный момент, чисто визуально, это самый сексуальный телефон среди всех компаний, которые есть сейчас на рынке. Вот. И я тебя с этим поздравляю.